А вот знаете, чем мне нравится дачная жизнь? Творческий вечер по рассказам Антона Павловича Чехова прошел в Голицынском культурно-досуговом центре. Вниманию благодарных зрителей театр-студия «Наш дом» представила короткометражные зарисовки по произведениям «Харистка», «Медведь» и «Гость». У нас вообще по Чехову есть один большой спектакль. И спектакль, так скажем, трансформер, потому что туда собрано приличное количество рассказов. Любительская театр-студия была создана в 1975 году. Для артистов стартовал уже 43-й театральный сезон. Спектакли, гастроли, а главное – желание порадовать зрителей объединило людей самых разных профессий – госслужащих, предпринимателей, экономистов, преподавателей и творческих соискателей. Сцена – это удовольствие, наслаждение. Выходишь на сцену и про все забываешь. Ты не видишь зрительного зала, не встречаешься глазами со зрителями, а ты проживаешь кусочек предлагаемых тебе обстоятельств. Ну, есть кому вступиться за меня и моих детей, Бог! Тишина в зале. Все внимание приковано к сцене. Герои чеховских произведений вновь оживают. Актер – это проводник. Через его игру на сцене зритель взаимодействует с автором. Стираются временные рамки и появляется возможность еще раз подумать о смысле жизни. Главная цель, ради которой выхожу на сцену, это вот этот вот контакт. Контакт с коллегами по театру, со зрителями и желание как-то какую-то частичку себя и своего персонажа им подарить. Театр, любовь – это просто вот две составляющие одного целого. Поэтому если ты будешь выходить на сцену просто выучив текст, запомнив какие-то мизансцены и сделав правильные движения, это все здорово, конечно. Но если ты будешь делать это без любви, естественно, ничего не получится. Зритель тебе просто не поверит. И тебя не полюбит в ответ. А это для артиста самая главная трагедия. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».